Все хотят себя проявить, показать. Есть у них огромный шанс это проявить себя именно в премьер-лиге, в высшем дивизионе. Поэтому я думаю, что легкой игры тоже не будет. Мы настраиваемся на тяжелую игру. Даже первая игра, ту, которую они провели, ничего, сыграли 0-0 с теми же Карпатами. Было видно, что команда хорошо поработала тоже на сборах. И есть какие-то цели, а самое важное – это стимуляция молодых ребят. Каждый выход на поле, это, я думаю, лучше мотивации не придумаешь. То есть они с каждой игрой будут трепнуть, доказывать, что они являются игроками премьер-лиги украинской. И, может быть, в будущем каждый из них мечтает заиграть в более в таком европейском клубе на более высоком. Поэтому будем и готовимся к этой игре серьезно, потому что понимаем, что мы фактически, можно сказать, играем дома в Запорожье, можно сказать, с черноморцами. Можно набирать очки по максимуму, потому что нас ждут тяжелые игры, будущие это из Динамо, потом вывести. У нас еще не провести с Днепром, с Шахтером, с Волынью, из Полтавы, то есть та Александрия. То есть остались очень тяжелые игры, я могу вам точно это сказать. Поэтому те разговоры, которые все рассказывают, что третье место, подождите, давайте дождемся конца чемпионата, будем считать очки из Пухов. Поэтому не все так легко. Тем более этот груз, я думаю, тоже ребят сказывается. Все понимают и все хотят как можно выше забраться. Поэтому самое важное, им сейчас нужно немножко остыть и выходить на поле, получать удовольствие. Это будет футбол, и все получится.